Вольга Гуляніца только начала школьный шопинг. У женщины четверо детей. Товаров никаких покуль не набывала. Со старшей дочкой и молодшим сыном пришла на кермаш, как приглядеться. Ну вот, если блузочка рублей 40, юбочка рублей 40. Ну вот так вот, такой первоначальный комплект для ребенка. Ну рублей 250 надо, плюс констовары рублей 50 на ребенка. Марина Прощук збирає у школу сына першокласника Даниила. Шопинг у самом разгаре. С их слов, кошт питання больше за 200 рублей. Уже набили кеды, зараз у процессе выбора спортивной формы. А вось от школьной покуль отмовились. Костюмы, наверное, нет необходимости. Я вот и спрашивала. Нет. Как бы в основном детки жарко в школах отапливаются. И как бы рубашки, обманки, либо жилеточки. Ассортимент товаров и вытворцев широкий. Под кермаш до нового навучального года выделены две пляцовки. С 1 по 31 августа по улице Куйбышева организованы ярмарки по продаже товаров для детей и школы. На ярмарке можно приобрести швейные изделия, трикотажные изделия, галантерейные товары и ученические ранцы. Также по выходным дням ярмарки организованы и по улице Московской 332 вблизи рынка ЗАО «Юніфуд». Набыть необходимые до школы речи можно на кермаши на улице Куйбышева что день, а по улице Московской у выходные дни. Анастасия Цукунд, Грана Капян, телерадиокомпания «Брест».